Но он просто в Надо свою... его на расстоянии валить. Он закрывает эту хрень. Я тебе говорю, в лобовуху ты его не ушатаешь, я тебе сразу сказал. Со спины, то есть ты добегаешь до него, он скриптует, ты оббегаешь его со спины и фигачишь его со спины. Ты не хочешь сломать ящик-то всё-таки? Ты ломаешь его со спины именно, в гнойник. Сиди, стой. Стою. Блин. Че, нам туда заберись не сюда, заберись сюда, стой здесь. Стой здесь. Стою. Все. Сволочь. Нет, не вылазит, ладно. Стой. А ты генератор взял, нет? Не взял? Нет. Возьми генератор. А, ты в этом плане, что он нас ждал. Да, да. Так он скриптуется после генератора. Просто ты здесь будешь стоять, а я его заскриптую. Так, я магнум взял. Половину мимо, я понял. А вообще он хорошо ложится от зажигательных гранат, которые у тебя есть в одной штуке. А, две даже у тебя зажигательные. Жарь его, давай сюда снять. Стреляй. Уходи. Уходи, все, уходи, он тебя сейчас шотнет. Вот только так его и крошить, понимаешь? Не подходи в упор, уходи, уходи, все, уходи. Видишь, его только сбоку или со спины ложить. Как только подходит, сразу уходи. Разворачивайся, резко разворачивайся. Не заби... Ай, блин. Понятно, он развернулся к тебе лицом, если что. Молодец, пол магазинов никуда, я понял. Ты чё с тобой, мужик? Разворот на 360. Да кого? Почему он не пошел у меня? Расставил свои железяки. Не пройти, не проехать. Честно тебе скажу, я ковырялся очень долго. Как долго? Очень долго. Но я как бы быстрее справляюсь. Ты не справляешься. Не, ну есть хотя бы какие-то или вообще никак. Ну вот когда ушатаем его, тогда и будем говорить. Так. Ну ты мажешь больше меня, ты стал. А чё, я вообще этим не попадаю питоном? Питоном ты попал вроде один раз. Просто не разворачиваешь, ты два раза просрал выстрел на 360 градусов, в общем, прикол. Я понял. Так, пистолет. Эта сволочь не хочет вылазить. Да ты не попадаешь по нему. О, есть выстрел. Он закрылся, не стреляй. Угу. Да не стреляй ты, когда он закрыл. Ты не наносишь ему урон. Я пошел отсюда, ну его найди. Вали! Да не забирайся ты сразу. Вот тут сейчас к тебе лицом повернулся. Ты опять просрал. Далеко убегаешь, он опять тебе лицом. Не стреляй. Твоя задача отбежать, развернуться на 360 и дать залп. Вот он с этого ракурса, видишь, с моего можно подстрелить. Нет, я это понял.
Ты в лоб его не подстрелил. А я его развернуть не могу. Уходи. Уходи, все, уходи. Да не здесь. Ты тупой. У тебя сверху на разворот 5 метров сбоку, куда он не дотягивает. Нахрена ты ему в упор идешь? Там железка, там мне трудно обойти. Не трудно обойти. Но она неудобно ее обходить. А там ее и обходить не надо. Целое перила. Там ее и обходить не надо. Вот, просто. Mm-hmm. Все. Ты просто иди не в перила. Не в перила. Не забирайся наверх. Как только он отходит в упор, как бы под, просто сразу на 360 разворачивается и все, и стреляет по нему. Раз по броне, два по броне, три по броне. Молодец, три патрона в пустоту, красавчик. Его сбоку вот здесь вот крошить, здесь специально выход сделан, понимаешь? Рано ты его обошел. Он подходит почти в упор до тебя. И как только он подходит, ты выходишь здесь и наоборот. Хорошо. Но мне ты мешаешь сейчас. Я туда побегу. Я и меня на твоем экране уже нету. Разворачивайся. Блин, железки да понаставлены. Зачем ты залазишь? Он опять к тебе лицом. Сиди и стой, не стреляй. Эпик, не стреляй, у тебя не хватит патронов. Рано. Просто надо, чтобы он стал забираться. Я помню. Он ловится на таймингах. Вот, если ты спрыгнул раньше, он просто повернул за тобой и пошел дальше. Он опять к тебе лицо. Разворачивайся, не залазь. Уходи. Я говорю, у него рука на полкомнате. Не стреляй, щит. Вижу, да. Пошел ты нафиг! Что это за баг сейчас был? Я не знаю. Ну иди, залки, я пока. А да иди ты нафиг. Сбоку давай, пали, 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 пали. Не. Ты просто пробежал, когда расстрелять мог. Он шел вот здесь вот мимо и было открытое место. Я специально ракурс сделаю, здесь так стрелять. Вот с моего ракурса можно расстрелять. А я напоминаю, уважаемые зрители, что монстры в Resident Evil, в особенности боссы, не умирают с первого раза. И в большинстве случаев не меньше двух боев надо провести с боссом, чтобы его уработать. Иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг. Ух ты, кровожадная какая. На патина. Блин. Для кого тут спокойно? Вот с этой стороны да. Он будет. Сейчас будет забираться, мы тикаем. Да, я понял. Рано. Я пошел. Бесполезно. Ну опять тебе лицом. Не стреляй, не стреляй. Не стреляй. Не стреляй только со спины и сбоку. В лицо не стреляешь вообще. Обходи сбоку с кучи. Как ты тупой, тебе еще раз с лица не стреляй. Я попадаю.
один из 10, а можно 10 из 10 попадает. Не забирай. Правее бери. Не левее, а правее. Ну мне удобно, вот я и оббегаю с нужной мне стороны. А надо не оббегать, надо расстреливать. Ты в щит им попадаешь опять. Я вижу. Тебе с открытой стороны надо заходить. Тут механика не работает так, как тебе удобно. Тут механика работает так, как надо. Потому что там тебе удобно, ты его не завалишь. Вот здесь вот со спины обошел бы, расстрелял. Просто магазин можно купить. Посмотри на моем экране. Да я понял. Полностью спина открыта. Тебе легко говорить, он агрит, стоп, на меня. Я обходил его со спины. В своем прохождении. Не надо мне говорить, что это нельзя сделать. Я и не говорю. Я вижу, да. Не стараюсь не стрелять. Я тебе еще раз говорю, тебе еще... Я тебе говорю, тебе еще второй раз с ним воевать, если что. Два или три раза его надо убивать. Кинь ему зажигательную смесь. Отойди подальше и кинь зажигательную смесь. Давай, кидай. Все, уходи. О, все, минус конечности. Только щит остался. С любой стороны гасить его можно, кроме лобовухи. Я тебе говорю, зажигательные здесь решают. Ах ты. Ну ты косяк. Я попал ему, он просто схватил мне рукой. Как можно не заметить, что он... Методом проб и ошибок, короче, уничтожаем эту бунду. Тут не надо методом проб и ошибок, тут надо методом слушаем Тимона и выполняем то, что он говорит. Это трудно. Это не трудно. Мы вот здесь подобрали ткань, нахрена нам ткань? Мы не можем еще одну бутылку сделать? Нет, не можем. Печаль. Одной здесь хватает. А у тебя ничего нету? Я тебе еще раз говорю, не можем. Ты тупой? Или прикидываешься? А может быть и то, и другое. Так, магнум я подожду, пока у него там щит будет. Ничего не пробивает щит, даже магнум. Три выстрела, два-три выстрела по лузеру с магнум, и он труп. Рано. Уходи, вправо. Блять, он опять полез у меня. Он к тебе не полез, он полез ко мне. Мимо. Погоди. Обожди. Я побежал. Разворачивайся. Слишком далеко убегаешь.
Опять лицом к тебе. Бля. Махнул маленько. Не-не-не-не-не-не-не. Так не канает. Рука пошла. Левее забирай. Уходи, 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 уходи. Че за дичь произошла? Почему он меня зажигать, не стрелял? Давай зажигать. Все, уходи. У него только щит. С любой стороны. Ох. Все, уходи, он сейчас руку. Разворачивай. Как только он будет подтягиваться, сразу уходит. Да кого, блин? Я тебе говорю, не стой в радиусе. Да я тупанул, он у меня залез. Хотел развернуться, а он у меня залез. Ты стоишь на краю, до края он дотягивается. Если стоять, то стоять полностью у стены. Он подходит и подтягивается, чтобы к тебе залезть. А ты в это время спрыгиваешь. Как только ты стоишь у края, он рад... там стоять. Надо не попадать в радиус, неважно где стоять. Как только у него радиус достает, он начинает рукой махать. Со снайперки мне порадовало попадать. Давай в темпе, у нас целая серия я понял. Просто на ушатку не босс. Стой. Вижу. Рука. Рано. Уходи. Рука, походу. Добежишь до сюда, кидай зажигательную. Как только подойдет, чуть-чуть ближе подойдет, кидай зажигательную. Давай. И сразу спам в него. Уходи. Сейчас рука будет. Видишь, просто махает и сразу рукой сделал. Хорошо, гнида шустрая. Не, ну неохота просто, как, вот у него брони вообще нет. То есть, как бы, попадаешь ты в него со всех сторон, кроме одной. Пошел. Разворачивайся. Ты как кашка, пока прицелишься. Уходи, 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 все, уходи.
Господи. Блин. А, все нормально. Че, упал? Первый раз, да. Фу. Ах, он не умер, он просто ушел. Я понял, но это было нечто. И нам тоже выходить через окно, если что. Так. Там что-то валит. Как вот патроны туда вставить? Подставляешь просто генератор и лазишь. Все. Ага. Пригенератор штука уникальная. Он везде сейчас нужен. I'll throw my back out if I try to lug this thing all the way to the elevator. И для снайперки, и для этого, да? Нет. Да, да. Забирайся. Так. Так. Ох. Приятно. Так. Дальше чем? Что, патрон собрал? Да. Так. Мощная девушка. И дали. Унику. Восьмое чудо света просто. Ой, блин. Ты еще главное дело так тащишь. Руки не сломались. Дяденька, у вас проблемы? Я как двину генератором. Я на корячках там ползал. Только что, как я не знаю. Так, а, понятно, все, пошли, давай, я понял. Куда? Ну ты можешь подтягиваться, разбираться с чуваками, я сейчас тебе пришлю генератор. А я со снайперки в голову убью их? Нет. У них только по точке, да? Либо точка, либо по стелсу. Ага. На, я попробую по стелсу. Где они там? Куда пошли? Вот они. Они вдвоем идут, друг за другом. Стой, 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 стой! Тихо. Со спины к тебе заходят, походу. С правой стороны. С лица, с лица, с лица. Обходи, обходи, обходи! Запалят тебя. Я вижу, вижу. Ты ж к ним со спины только можешь подойти. Нет, а так ты лицом к лицу сейчас выйдешь с этими красавчиками, они тебя зацелуют нафиг до смерти. Нет. Хочешь свежей, чистой и непокорной любви? Да-да-да. Так, один туда дальше. Тебе идет лицом. Который справа. Я второго не видел. Где второй? Лё. Вот, можешь у меня на экране посмотреть. Да. Понятно. С двух сторон заходят, походу, нет? Не. А сюда идут. Обходи, обходи со спины. В срочном порядке. Обходи, обходи, обходи. Ну, что ты ждешь-то? Я же тебе говорю. Возвращайся. Поздно. Чушка, не успел. Успел бы, если бы сразу пошел бы. Голова. Ты чё плюёшься, слышь? Так, отойди. Ориентируйся на точку. Вообще ни хрена не вижу. Мышка по центру экрана. Я понимаю. А мне вообще ни хрена не вижу. Сейчас.
Ты ему в спину стреляешь. Да попал же. Не попал. Пошли за киндосом. Пойдем. Я таскаю, тут, ты стреляешь. Тут вот еще что-то валяется. Генератор какой. Так это он и есть. Да? Да. Отлично. Я его по ленте прислал. Так, мне снайперка нужна, алё. Сейчас, подожди. Да, хотите снайперку. Иди сюда. Черт усатый. О, патрончики. Нормально. Хоть где-то от тебя польза. Да пошел ты. Понял, да? А ну забирай свои слова, обратно. Ну нормально, нормально был. Давай, вставь. Я говорю, забирай свои слова обратно. Провалился, главное дело. Короче, видео будет называться «Текстурный человек». Ага. С боссом провалился куда-то, здесь провалился. О, винтовочка. Забирайся. Да давай. Так, а потом нам надо будет с тобой к этому сходить. К станку. Добраться быстрее. И вот здесь тело. Тело. Ты дурак. Я понял, чем я сделал ошибку. Все, прицелься. Ну куда-нибудь просто прицелься. Епицкие кочерышки. А я тебе о чем? О май гад. Это было, мне это не нравится. Это я запустил. Вентилятор что такое? Так, давай-ка мы с тобой сходим к этой. Вертролет. Так. Сходим, короче, мы с тобой к станку. Так я тебя помню. Пойдем. Значит, дальше будет очень много боевки. Я думаю, с станка мы закончим. Угу. Вот. И сюда вернемся. Что, тут как-то нельзя? Где? А где, кстати, станок был? По-моему, поверх обойти. Я помню, где станок. Нам нужно на ту сторону вернуться. Понятно. На ту сторону нам только одним путем. Каким? Так. Я тебя вижу. Угу. Все. Так, смотри, какая тема. Давай. Сюда иди. Иду. Это ворота, которые я буду открывать. А я обычно так просто ворота не открываю, сам знаешь. Так. А, нет, сюда иди, погоди. Сюда, сюда, сюда. Ой. Что это? Не ломай. Прошел, но. Так, сколько там времени от записи прошло? Посмотри, пожалуйста. Ой, не знаю, не знаю. Ты замечать собирался, поэтому... Ладно. Ну 30 минут точно прошло. Давай тогда здесь закончим. Вот. Потому что дальше как бы тоже, возможно, покорячиться придется, это дело долгое. Вот. Ну, если это долгое дело, то ладно. Ну, скорее всего. Ну, не знаю, просто как получится. Так что за ним закончим, сейчас в следующей серии появимся. В общем. Покромсали босс. Пришлите эпику генератор. Этот самый. Если что, за 50 рублей я продам его адрес вам. Да-да, такой недорогой эпик. И доступный в использовании. Ну ладно. Это все лирика. Увидимся в следующей серии. Пока. До новых встреч.